трюки мои. Справа трюки делают. Нет. Мне его некуда будет засунуть. Ну возьми. Пожалуйста, остатки где, кто в чате? Вон там все поехали. Возьми шарик, да погнали. Давай еще по шарику возьмем. Возьми шарик себе. Я припаркуюсь, но забегу. Давай. Рельсы. Как это, знаешь, на Чиче приезжают там. Рельсы все орут, когда подъезжают. Ну, чтобы никто не ёбнул. Чтобы на по диагонали не пересекали. Чтобы предупредить всех, кто едет. Рельс, типа, чтобы подготовиться, да. Это надо вот этот тупой угол взять, да? Ну да, да, да. Вот это ништяк, вот это чиллаут. Вообще просто едешь, кайфуешь. Давай. Не, ну вот сейчас реально организация... Вышка, да? Очень быстро. Да, нормально. Даже не начало тебя вести. Даже не успел взвеститься, блин. Когда мы реально вот после 3, 2 часа уже зашли. Все нормально, да? И въебался. Последний раз ты падал? Да нет, вроде. Ну так. Блин, короче. Знаешь, что Валер заметил, что
памперсе хуже делать вильно. Что-что? В памперсе, когда ешь, хуже делать вильно. Почему? Жопы не чувствуешь. Ну, вот эта прослойка, она как бы дает. Съезжает больше. Съезжает, знаешь. Потому что, блин, весь вес на жопе, считай. Чиллаут, мой бой. Это даже вот, основная дорога уже, чем вот, ну, именно там весенний фестиваль. Но все равно все тут были уже полностью чисто, потому что, ну, народ. Едем живет на чиле, на расслабоне. Да, класс. Не помню, да, как Санёк, он себе бабу найти не может, он сюда приезжает. Тут девчонка. Кота нашел, видишь? Ага. И сюда, когда приезжаешь, и все. Как минимум один общий интерес есть. Не знаю, не надо пойти на походу, вас приверезли. Ага. Скажем так, в его возрасте уже, скорее всего, это будет. Либо разведёнка, либо с грузом. Да, конечно.
Так, опасный спуск. Опасный спуск, бля. Ой, там калитка, да? Нет, там, блядь, мы что-то встали. Стопы. Нет, после шашлыка, как он не пошел. Не знаю. Не пишет, не звонит, я сам тоже не знаю. Может, что-нибудь после этого сделать? Широкий руль тут, конечно, блядь. Сот, да? Сот. И все сразу прокололись, и у всех цепи сразу поспадали здесь, да? Что он делает, ебать, долбоёб? Уже ладно, потому что затор на эти работы. Нашёл где, сука, погонять, блядь. Взяй нахуй в стрит и гоняй. На соревнования иди. Взял и херачил весь его. А, блядь. Сейчас постоянно раз. Нельзя за год выезжать на фестиваль. Такой, блядь, ебать. Суетной. Могу между... двумя щелками проехать. Да, у меня 700, он вообще стрёмный. Вот, и боюсь зацепить кого-нибудь. Этот руль мне только, знаешь, по деревне кататься. Когда никого нет.
Знаешь, куда? Там тоже дорога, не знаешь, что там. Осторожно, Лида. Назад точно не хочешь съездить своим ходом? Полностью? Ну да. Я знаю. Давай доедем, посмотрим. Ну а до финиша доедем, можно идти? Смотри, что он там происходит. Вода. Это последние разы. Поскольку готовки, сколько ты здесь примерно? Что делал? Последний раз и есть это, сколько там километраж был? Бля. Длинный который? Ну, длинный или короткий, не знаю. Бля, я не помню. Последний раз что-то на МТБшнике я вспоминаю там 30-40 и все. На фиксе я забыл, блин. 60, наверное. Типа. Не, вот именно когда кофе райд, это там участвовал. А. Ну там в районе 40. Ну тоже типа толпа большая. Там. Да. Thank you.
Ништяк! Красава! Знаешь, здесь немного стрёмно делать, ветрено. Народ дохрен. Кстати, знаешь, психологически люди пиздец как влияют. Про вниз вообще. Yeah.
Да, нормально. Больше, чем цунами, сказать. Ну, да хуй знает на самом деле. Она аккуратнее сделана в разных местах. Ну, может, чисто эстетически. Мне в ней нравится, это конусный стакан, Валер. Конусный стакан, то, что он такой не худой. Смотрится лучше, блядь. Слушай, ну а этот, вот у тебя же там стакан, мы не знаем, твоя каретка кресла, да, где-то там? На том, да. Вот, а здесь типа ты так и тренируешься, или уже меньше? Ну, стараюсь так сильно не прыгать. Там-то я, помнишь, банихоп и там вообще пиздец. Ну а что этот чувак, который не катался? Я не знаю, он катался. Сейчас я не знаю, что за судьба у него.
правую руку покажи. Я тут, Валер. Я там не стал, там на спуске вообще опасненько было. Вот они едут, там, там пиздец. Да там просто, понимаешь, мало у кого чуйка работает. Я бы так... Да. Офигеть, эстакады перекрыли. Это что, МКАД? Прикинь, МКАД перекрыли, блядь. Едем, кайфуем. Даже заснял. Серьезно? Не, ну не сам, не само событие, а последствия. Тоже реально можно отвлекся и разъебал. Ага. Да, тут нужно бдить вообще. Ломай передачу. Thank you.
сразу по двору прокатить, да, не знаю. А вот спуски здесь, это вообще, блядь, одно удовольствие. Как думаешь, не въебались бы в тебя сзади? Ты чуть замедляешь, надо. Я замедляюсь, я боюсь, блядь, пиздец, ты чё? Потому что вот они едут на скорости. Рядом вот проезжаешь, блядь, ты понимаешь, что человек и руль дрожит. Ну конечно, они же как бы не весом рулят, они рулем рулят. Я давно уже не рулем, она не рулю. Конечно, за счет как бы, перемещения тела, можно сказать, делаешь. Причем с плечами даже. Да. Потому что, бля, рулем это все. Но рулем это типа на низкой скорости, чисто где там. Резко там. Объект, там, да. Слышь, на высокой скорости за зем повернешь, чтобы выглядеть. Вообще, велик там останется, ты там. Не знаю, у меня же не получается. Я хочу, если резко руль повернуть на мою скорость, у меня блокирует. Ну, конечно, да, ты сам себя стабилизируешь телом, как бы. Это точно. У меня же мозг даже не дает такой команды. Ага. Ты не хотел красиво? Зеленый прогорел, а? Красиво, Максим, не хотел ездить здесь, да? Я бы хотел, но, знаешь, где Бутово мне нравится. Ну, да, там спокойно так вообще, просто вот знаешь, где МЦД, да, да, особенно? Да. Ебать, там такая тишина, мне там нравится, да. Я бы в Бутово хотел, была бы возможность. Там еще низкая этажная застройка. Да, да, там нет человеников, как бы, как будто бы. Здесь все равно в Москве с нулевых начали уже строить высотки. И
ипотека у нас упадет до 6%, да? Даже до 8, где-то там уже можно будет. Блин, она когда-нибудь падала по проценту, блядь? Падала? До 4 было. Ставка.